Привет, сегодня будем распаковывать последние пакетики по Мадагаскар 2. Надеюсь, соберем журнал. Надеюсь, будет мало менных, много полезных. С нами сегодня приглашенная звезда. Мой брат, который соизволил наконец-то явиться. Да, всем привет, мы наконец-то вытащили для этих съемок. Я крайне долго избегал этого мероприятия, но оно все-таки случилось. Да. Надеюсь, получим удовольствие от этого распаковки. Да. Мы, как всегда, как профессионал, не знаю, не почти всех персонажей этого фильма, мы имеем хоть какое-то представление о том, что тут есть. Давайте это уберем с кадра. О, это походу новое, под номером 2. Да, у нас такой нет. И такой нет. О, это же целая его женщина, этого шкипера. О, это походу вторая часть. Что-то бубенцы у него. Часть селфи с королем Джулиан. Это ее сын. Это на форуме я где-то читал, кто-то написал, что это ее, блядь, сын. Там кто-то говорит, это ее парень, кто-то ее отец. А кто-то написал, это ее сын. Но я сын, что это ее сын. Дальше мы можем видеть ораву обезьянок, которые к чему-то стремятся. Тут мы видим, король Джулиан собирается трапезничать лобстером. Здесь у нас шкипер отдает свои приказы по рации со своей тёлочкой. Кусочек Алекса, если я так и правильно понимаю, должно быть. Ну и кусок Алекса снова. Самолет. Алексу страшно. Жирафу тоже страшно. Алексу страшно. Бегемот. И это Алекс против родителей. Родители его забирают дома. Здесь мы видим, король Джулиан нашел чем трапезничать ему. Вот вторая половинка, я так понимаю, сборной картиночки. Здесь они летят в самолете и чего-то избегают, боятся и еще чему подобное. Постоянно все боятся чего-то. Вроде бы типа зимирить, а страха намного больше, нежели мы думали. Сборная картинка с летающим самолетом. Правая часть потом, есть. Правая часть уже присутствует. И вот бедный родовой, которому, видать, не очень приятно сейчас находиться в такой позе. Лицо разбил. Да. Весь потери. Нос. Несем потери среди родовых. Так. Рубка. Туристы. Самолет. Остатки. Жираф. Наши пингвинчики. Я пытаюсь распаковать пакет, я слушал внимательно своего брата, что увлеченно было все. И мы видим частичку подружки. Тут мы видим совместное их фото, там где они обнимаются и крайне счастливы в том, что они не боятся выжили, ничего. Выжили. Здесь мы видим Алекс, который крайне позитивен. Да, мы же запомнили имя только одного, бля, животного. Это Алекс. Здесь бегемотиха, она отдыхает. Здесь зебра ждет, когда что-то случится явно нехорошее. О, заметьте, это уже второй зверь, который мы знаем. Это Морти, которому что-то очень хорошо, и он сейчас умрет. Тихо. Это саванна. Еще больше саванны. О, это отмечает выживание рядовой. И отец что-то втирает сыну. Он говорит, дай денег. Здесь мы видим примитивное видение жизни в дикой природе диких животных. Как это бы банально врач. Не звучало. А это врач? Да, действительно, когда он роль врача отыгрывал. Вот они готовы к приземлению, либо к посадке, либо взлету. Это, так понимаю, мама Алекса. Дальше мы видим, кто же отца Алекса, встречу с его друзьями, в теории. И сразу же после приземления они отходняк у них небольшой. Так, это вторая часть, где они все боятся. Это машина на закате саванны. Спасение рядового. Снова саванна, самые любимые фотографии. И шкипер с отверткой. То есть шкипер, это рядовой. Даже шапка у него есть. Крайне злобная бабулька, которая готова дать всем люлей.
Она даст им людей. Очень много зебр, которых сложно отличить друг от друга. Небо над саванной, как бы неудивительно, куда же без него. Очень много животных, которые стремятся к какой-то одной идиллии. Ну и Алекс, который развлекает своих друзей, нося смешные шапки. Так, это доказательство, что они себя. У них у каждого льва есть это татуировка Африки. Это родимое пятно. Да, родимое пятно Африки. Здесь татуировка. Это ее сын. Такой хороший, вымахал. Это его подружка, тире мать. Странная семья. Пингвины маскируются. Еще лучше маскируются. Это как раз тот момент, когда, помните, рядовой притворялся полумертвым и полуживым, чтобы привлечь внимание. Вот вид сбоку. Вот мы видим, доктор пытается справиться со своими обязанностями, но что не сильно получается. Дальше мы видим, походу, вторая часть, там, где много зебр. Очень много зебр. Вот мы видим, что... пингвины с чего-то замышляли, забыл их не имена, господи Иисус. И жираф крайне удивлен чем-то. Вторая часть отца, первая пропала. Так, это пингвины управляют толпой. Бегемотика с сыном. Это поле саванны. И лев радуется возвращению домой. Или уезду. Тут мы видим, как шкипер готов отдавать приказы к увозке с транспортного средства. Вау, смотри. Это он в детстве. Да, в детстве, когда был, видать, какая-то травма была, ему надели такой конус, как собачки мини. О, мы видим однячью картинку, там, где обезьянки торгуются за свои права и обязанности. Мама шила, видать, какую-то одежду для своего сына. Карта какая-то. Надежду. И Алекс, видать, прощается с своими друзьями. Выжит. Так, зебра стреляет слюной, брызгается. Вывеска. Обсуждение. Доктор смотрит на вас. И вторая часть того самолета, что попал в первых пакетиках. Пакетики кончились. Снова мы видим обезьянок, которые приполняют радости и эмоции. Видим короля Джулиана, который является сборной картинкой. Мы видим, как обезьяны дошли с пингвинами до компромисса и взаимодействуют вместе. Мы видим, как признается жираф видать своей подружке. Ну и тут она пытается набить себе цену. Все, всем спасибо большое. Куда спасибо еще? Да. Еще поклейка же будет же. Да, шпаклевка. И еще сейчас посмотрим, сколько каменных. Встретимся через пару секунд. Да. И пару один секунд. Повтор. И столько новых наклеек пойдет в журнал. Надеюсь, что мы заполним журнал. Менных у нас вроде мало, и журнал будет заполнен. Ну, сейчас увидим, сколько у нас менных вообще.